Понял, не ты. Ну, кончились, блядь, в лунке валяются. Вон там булки валяются. Нахуй пошел. Спасибо. Ой, блядь. Как, откуда он меня пристреливает через кран, блядь? Нет, он на базе, на горе. Я за кран заныкался, и он в кран попадает. О, и трекер ебучий. Касательный. Не, двоих я отхлестнул, одного и второго нахуй булки там валяются в ворота. Сейчас. Так что Димон я отомстил. Я убил чувака, он машину взламывал. Ага, осталось. Надо кепок уничтожить, кепки получается, блядь. Бать, я в него целю, а он замер просто, нахуй. Замер и висит в воздухе. Ну, я понимаю, что он колабил. Патрончика не хватило одного добить, его нахуй. О, пиляется этот ёбок. Я побегу, мне нахуй не сложно. А где появился? Трех тот же, да, убил там одного. Да, двоих почти. Ну, отлично, я рядом. Вот они появляются тут же, это, ну, может просто встречать, не давать им туда забежать. Я подошел к этому дому, вот где ты палил из-за забора, и они, блядь, все пробегают тут же. Я одного ебнул, и второй вдали с горы спускался. Как он просто там появился, блядь? Блять, ребята бы услышали. Ребята бы подъехали, было бы заебись. А у вас там беттеры имеются вражеские вообще? О, на территории есть беттер. Нет, я имею в виду, они на беттере там, не Они знаю, нет, они есть? на джипе. Ну, на На джипе. бронированном. Мы сейчас двоих убили там, да, кое-как. Я видел, да. Вроде ретайм закончился, они еще там у нас на базе сидят. А вы написали тикет, что у вас чел влогинился в базе? О, нет. Ну, по-моему, они хуйней занимаются. По-моему, нельзя после рейд тайма находиться в чужой базе. Ну да, то есть ты уже видишь время, да, ты Пишет. должен выйти за там, ну, там, А до он, смотри, рестарта пишет. должен отойти. Флага нет, базы нет. Чего? Короче, понятно. Че, вы будете, не будете? Да, мы сейчас скинемся и приедем. Да, давай. Мы их тут пока чуть-чуть притормозили. Так, я подбегаю к воротам. Ну что, я тебя опять вот убьет. Ага, вон он стоит. Ближе. Ну, с пистолета наебашь в колено. Сучок. Красава, красава, Дима. Ничего. Каждый выстрел приближает к нас, как убедит. Победе. В коленку надо тоже ебать. Вот, блядь, я что-то уже как начал стрелять, думал, сука, надо было ниже, чтобы он упал, нахуй. Не, в коленку ебашь, он уже хуево будет ходить минут 15. Это минимум. Просто когда мушку ставишь, она у меня четко по этой метке. Беги ты, блядь, Да, надо напал. так их немножко притормаживать, чтобы ребята успели подойти. Да. Правда, пока мы киляемся, нахуй они могут съебаться. Блядь, почитайте правила, кто там, блядь, правила знает хорошо. У меня нет их книги, скорби, нихуя.
Что, появлялся у Светлоярска, так? Так получается? Да, да, получается. Не всегда, иногда прям чуть ли не со второго-третьего раза, иногда дольше. Во. Это что такое? Не знаю, что взрывается. А как так нахуй взрывается? Они охуели, что ли? Руинит, может, что-то. Блять, какой-нибудь пулемет бы успеть схватить. Дым пошел, они чем машины взрывают, скорее всего. Может, эти ребята подъехали? Блять, зомби реально одолели нахуй. Да, они там что-то взрывают внутри. Они, возможно, с гранатометов ебашат там БТРы. С граников хуярит, слышу. Да, к тебе двое бегут. Ну, блядь, ну я одному хорошо надавал. Говорю, блядь, был пись. Блядь, и как вот какую-нибудь запись-то сделать? Я это вообще нахуй делать не умею. Андрюха умеет. Андрюх, ты не делаешь? У него хорошо получается. Я за. Бери. Чего ты? Я пишу, пишу. Ага. Пишет, ну, пишет. Ты админу, да, в тикет? Ну, потом, да. Завтра разбираться будем. То открыл. А, ну, так. 142, да, 0,20, 142. Так, Беттер выехал. Взломали, да? Может, свой забрали, может. Ах ты, кто меня убил? А, да не убили. Убили, убили. Пистолеты, ебать. 3 метра, Андрю. Эй, обратно бегу. У тебя было что, нет? Пистолет. Я не видел, стоял, записывал же. Да понятно, да плохо.